Отношение к деньгам, к богатству. В деньгах свобода. Деньги не любят застоя, им нужен круговорот действий. Деньги не для того, чтобы их только тратить, а для того, чтобы их приумножать. Определенные отношения к деньгам дают перспективы. Деньги не имеют ценности. Ценность имеет распоряжение ими. Инвестируя, увеличивая. Важно учиться не тратить, а правильно вложить. Рискуя, получаем опыт. Страх – плохой союзник богатства. Банкротство и бедность не одно и то же. Бедность и богатство в мышлении. Недовольство жизнью – одна из причин бедности. Утверждение, что богатые все алчные – признак несостоятельности. Не завидуй, действуй. Безденежье никто не виноват. Виновато ваше решение. Однажды рискнув, реши, что это правильно, несмотря ни на что. Даже если ты не достиг цели, веди себя так, будто ты уже имеешь ее. Не деньги делают богатым, а выбор – быть богатым. Уверенность в выборе дают перспективы. Став богатым, не имея сознания богатого, ты проиграл уже. Не имея ничего, кроме решения стать богатым, ты уже на правильном пути. Имея имущество в кредит, это иллюзия богатства. Правильный кредит, его оценка и осознание дают хорошие шансы к богатству. Даже если ты упал, твое решение, твоя цель даст тебе возможности. Тот, кто решил стать богатым, он им станет. В каждом решении присутствует воля.